Эй, простите. Помощь нужна? Нет, спасибо. Я все же взгляну. Разбираетесь в машинах? Ни капли. Так, кем вы работаете? А вот это секрет. Почему же? Если скажу, вы откажетесь со мной встречаться. А кто сказал, что я этого хочу? А вы хотите? Взять хотя бы это кафе. Представьте, что это банка вместо прилавка, окошко кассира. И я совершенно спокойно вхожу, подхожу к окну, смотрю ей прямо в глаза и говорю: «Мэм, это ограбление». Показываю оружие вот так и говорю: «Я не хочу делать вам больно. Вы мне нравитесь. Очень нравитесь. Так что прошу, не разбивайте мне сердце». Это шутка такая? Все было именно так. Почти. Простите, я хотел бы открыть счет. Прекрасно, вы уже знаете, какой именно вид счета? Вот такой. Вот такой. Так он вооружен? У него было оружие. Вы его видели? При этом он был истинный джентльмен. Он был очень вежлив. Такой приятный мужчина. Ты посмотри, он улыбается. 5 штатов, 93 ограбления за 2 года. И ты хочешь его поймать? Врать не буду, я бы с радостью лично надел на него наручники. Надеюсь, так и будет. Удачи Джуну Ханту от банды старпёров. Он всю жизнь провел в тюрьме, не считая побегов. Что же он не бросил, пока ему везло? Любимое дело не так легко бросить. У меня есть все, о чем я только мечтал. Не бывает такого, чтобы у человека было все. Каждый раз, закрывая дверь, я думаю, а вдруг это была последняя возможность для... Даже не знаю, как это назвать. Знаешь, что делаю я, когда закрывается дверь? Выпрыгиваю в окно. Роберт Редфорд, Кейси Аффлек, Дэнни Гловер, Тика Самтер, Том Уэйтс и Сиси Спейсек. Мы с ним как-то говорили, и я сказал: «Наверняка есть проще способы заработать на жизнь». А он посмотрел на меня и ответил: «Я не заработать пытаюсь. Я просто пытаюсь жить». Старик и ружье.